А сейчас я покажу, как делается вот такое соединение. Это соединение делается при помощи сложных столбиков. Вот я связала два элемента, зигзаг и простую ленточку, и будем соединять их между собой с помощью сложных столбиков. Для этого провязываем 3 воздушные петли. Раз, два, три, и будем вязать сложный столбик. Делаем 3 накида на крючок, затем крючок вдеваем под воздушную цепочку, так как я показываю, вытаскиваем петлю и провязываем вместе 2 петли, и затем еще раз вместе 2 петли. Затем делаем 1 накид, крючок вдеваем под воздушную цепочку нашей ленточки, туда, где мы будем присоединяться, и вытаскиваем петлю. Затем провязываем вместе 2 петли и опять вяжем вместе 2 петли. Снова делаем накид, крючок вдеваем под следующую воздушную цепочку нашей ленточки, вытаскиваем петлю, провязываем 2 петли вместе и затем еще раз 2 петли вместе, и далее закрываем по 2 петли. Таким образом связан сложный столбик. Дальше продолжаем вязать ленточку как обычно, вяжем 3 воздушные петли. Вязание переворачиваем на другую сторону и вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2. Третий. И вот дальше так в виде крестика будет выглядеть наше соединение. Можно использовать различные сложные столбики для того, чтобы соединять между собой ленточки. Это зависит уже от узора. Принцип примерно везде одинаковый. Я буду рада узнать ваше мнение об этом уроке. Напишите его в комментариях. А если урок понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на новости.